как вы готовились к этому сезону? Как серьезно готовились? Как обычно, со всей серьезностью, для того, чтобы со всей душой поддерживать нашу любимую команду, чтобы в этом году у нас были еще высшие результаты, уже не бронзовые медали, а серебряные или золотые. В команде много новичков, а в вашей команде есть новички? У нас будут новые девочки, которые готовились все лето. Я думаю, что они вскоре выйдут на площадку и с радостью будут тоже поддерживать нашу любимую команду. И что ждете от этого сезона? Мы ждем только побед. Только ярких, золото. ярких моментов. Да. Да, жестокой борьбы за победу, красивых игр, красивых голов и просто прекрасной игры. Так что ТХК вперед, мы с тобой всегда. Да, давай.